Они так разоряются, за кусок просто дерутся. Выпадает снег, а из-под него выглядывает зелень. Стало уже на улице достаточно зябко. Друзья, всем привет! Какая прекрасная погода в Краснодаре, 7 декабря. Светит яркое солнышко, небо голубое, очень тепло на улице и хочется гулять. Погуляю у Покровского озера, у Дмитриевской дамбы. Природа действительно преподнесла нам подарок. Я не думала, что в декабре еще будут у нас теплые денечки, особенно учитывая то, что был уже и первый снег, и лежал он несколько дней у нас. Вот, ну... Это повод лишний раз выбраться на улицу, погулять с кем-нибудь вместе, не сидеть дома, а сходить погулять в парк какой-нибудь или съездить за город в лес. Я сюда пришла в надежде увидеть уточек, потому что когда я гуляла здесь осенью, их было прям очень много, и за ними наблюдать было одно удовольствие. На солнышке тепло, а в тени зябко, и представляете, даже изморозь на земле лежит. И даже на лужах корочка, посмотрите. Вот это да. Как в детстве, так как в грязь встану. О, да. Кто так же делал, признавайтесь. Обычно в этой части парка очень много уточек, но, видимо, сегодня они уплыли в ту часть парка. Я вот вижу, что там много птиц летает, возможно, их там подкармливают. Теперь понятно, почему столько чаек слетело сюда, потому что девочка пришла и их начала подкармливать. Они так разоряются, за кусок просто дерутся. Меня, кстати, до сих пор удивляет зеленая трава зимой. Вот представьте, выпадает снег, а из-под него выглядывает зелень. Это все-таки, знаете, некий диссонанс для северного человека, потому что у нас зимой, ну зима так зима, все белым-бело и никаких... красках других, кроме белого цвета, речи и быть не может. Вот на солнышке одно наслаждение гулять, оно так пригревает, очень приятно. В тени все-таки прохладненько. А вот и все уточки. Видите, здесь такой вот скверик, и люди сидят, отдыхают на скамеечках, голубей кормят. Столько уток. Thank you.
сегодняшняя прогулка стала сплошным наслаждением. Особенно то время, когда я наблюдала за уточками. Ну и просто сидела, грелась на солнышке. Решила я уже утеплиться, нацепила шапку, потому что стало уже на улице достаточно зябко. И заметно, как солнце садится, хотя еще нет даже 4 часов, но зимой всегда солнце садится рано. Темнота вступает в свои права. Здесь, в этом лесочке, можно увидеть иногда даже белочек. Но, правда, пока я гуляла, еще ни одну не встретила. Я смотрю, здесь везде развешаны скворечники. Это очень здорово, что люди беспокоятся о зверьках и о птичках. Здесь, вот видите, даже хвойные деревья есть. И поэтому я здесь гуляю, и правда такое ощущение складывается, что я в лесу. Даже не в городе, как будто. Опа-да!